Масленица начинается не только с блинов. Главным символом праздничной недели по традиции становится чучело. В Центральном парке на Елагином острове уже начали подготовку к массовым гуляниям «Шуми Масленица». Проводы зимы в парке пройдут в воскресенье. Здесь, на Масленичном лугу, для гостей выступят фольклорные коллективы, музыканты, пройдут народные состязания. А еще гостей порадуют горячие блины, ароматный чай из самовара и явство на любой вкус. Вечером на лугу состоится сожжение 7-метрового чучела Масленицы. Кульминацией праздника станет световое шоу «Сказка про оладушек». Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе и сделать на память свою масленицу. Ее дарили в масленичную неделю. С понедельника по воскресенье было принято ездить в гости и одаривать своих близких подарками. Сейчас у нас есть большой пучок такой, где уже закреплена у нас головка. Вот. Есть другой небольшой пучок лыка. Ее делают или из соломы, или из лыка. В данном случае у нас лыка. Берем, мы вымеряем. Вот у нас есть куколка уже готовая, да, наша домашняя масленица в такой пушистой юбочке. Мы приблизительно делаем какие-то вот ручки, похожие там по длине, да. Мы смотрим, ориентируемся. Ну, как-то так, да. Анастасия Голубничья, Ксения Григорьева, интернет-телевидение «Город Плюс».